Доброго времени, дорогие друзья! В этом видео мы сделаем запрос на вывод денежных средств из сервиса cashback.ru на нашу банковскую карту. Для того, чтобы сделать вывод на банковскую карту, вам необходимо в разделе «Профиль» в реквизитах указать именно номер банковской карты. И далее заходим в наш кошелек. Вот здесь мы указываем сумму средств, которую планируем вывести. Нажимаем кнопку «Заказать». В Telegram-бота пришло уведомление с кодом для подтверждения данной транзакции. Соответственно, заходим в бота 703-33-65. Вводим данный код 703-33-65. Окей, нажимаем окей. Вы заказали вывод средств с кошелька. Окей. И, соответственно, в истории у нас отображается данная транзакция. Вывод средств из кошелька осуществлен сегодня. Собственно, вот мобильное приложение онлайн-банка той карты, на которую вывожу средства. На данную минуту на балансе 1 грима 21 копейка. Ставим на паузу запись и как только средства поступят на карту, продолжим запись данного видео. Итак, друзья мои, прошло буквально несколько минут. Пришло уведомление в бота о том, что вывод средств выполнен. Также пришло уведомление в смс о том, что на карту поступили средства. Вот как мы видим, поступил перевод средств в гривнах, эквивалентен по курсу как раз 1400 рублей за вычетом 4% комиссии. Вот так вот, друзья мои, сервис cashback.ru платит, деньги на карту поступают буквально в течение нескольких минут. Искренне всем желаю добра, большого профита и до встречи в следующем видео. Всего доброго, до свидания.